подставишься под самый вперед. Давай, давай, давай. Я тебя понял. Я тебя понял. На, прочек. Давай. Переедет через все. Ага. И пакетами из магазина я зимой прийду, у них прям такой жесткий снег было, достаточно круто. Понял. Покажи, вездеход жесткий. Прикольно. Да, я вижу. А есть какие-то типа санки или таблетки, чтобы сзади привязать? Не потянет. Не потянет? Нет, конечно. Жалко. Нету веса, типа он был. Опа. Ну ладно, видишь. Да. Я понял. Ну бывает такое, да, меня тоже заедало. Не, авто... А, серьезно? Да. А, я думал, он заедает. Понял. Немножко фонка добавить. Конечный, и приеду сюда. Хи-хо! Давай, давай!
Давай, давай. Батарейка села. Уже самокат плохо едет. Видим, сугроб конкретный такой, что он должен застрять. Ух. Еще раз. Ноги под вперед. И делаем задний дрифт. Едем назад. Тут чуть-чуть спуск. Уже батарейки нет. Да, уже батарейки нет. Уже нету мощи. Хотя три палочки, но максимум не выдает уже, я чувствую. Их, нет, не толкнулся. Уже нету максимум, батарейка не выдает газа. Ох, сугроб, но тут он жесткий. Так, может, на камеру ни хера не видно, но просто капец. Через что она едет? Да просто, я не знаю, видно, нет? Вот там дальше, там вообще жесткий. Но он спокойно это проезжает вообще. Даже что, что там было что-то твердое? А если сюда? А сюда может не проехать. Вернее, тут не проедет. Тут так глубоко, что... Тут просто, смотри. Ну, он за тут по колесо. Давай, доску. Схватил. Ну да, мощи уже нету, но все равно едет. Ух, тормоз передний. Давай сюда. Тут утоптанная, уже едет там вообще спокойно. Передвигаться на нем зимой. Да нечего. Ну, можно прыгнуть сюда и довернуться. Ладно. Хочешь еще погасать? Ну, уже нема мощи. То есть сугроб, который вот он спокойно проезжает, да? Нога моя, ну, выше ноги, а ботинка, там, где застряет, ну, там очень глубоко. Тема. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репостите, отправляйте друзьям, семье. Покупайте, хотите, не покупайте. Подписчики. Покупайте нанбот. Главное, чтобы на нем было написано Ороро. Ороро. Если не Ороро, не покупайте. Да, если не Ороро, не покупайте. Да, и самодельные и шурупы вместо заводских чертов. Да. И ни в коем случае не шуруповертов, только отвертками откручивайте. Только отвертками или ничем другим. И электрическими. Электрическими, желательно. Так. Все? Да.